Фестиваль «Город танцует в парках» возвращается. Стартовал прием заявок на участие во втором сезоне Московского областного фестиваля современного танца. Масштабный танцевальный конкурс пройдет под руководством заслуженного артиста России, хореографа Егора Дружинина. Принять участие могут коллективы в составе до 25 человек. Возраст танцоров от 10 до 25 лет. Желающим побороться за звание лучших и выйти на новый профессиональный уровень следует поторопиться. Оставить заявку на участие можно до 17 апреля включительно на сайте городтанцует.рф.